Общероссийский народный фронт не станет партией в обозримом будущем, а может быть и вообще не станет. Он страхует Единую Россию, которая явно тонет, как политический корабль. Он не дает ей окончательно утонуть и позволяет доизбирать и в Государственную Думу России, и в другие законодательные собрания регионов доизбирать необходимое для большинства количество депутатов. Вот и все. То есть это страхующая структура, и одновременно эта структура, позволяющая втягивать в орбиту политического влияния Кремля тех граждан, которые ни за что не готовы сотрудничать напрямую с «Единой Россией», но, в принципе, не против поддержать те или иные инициативы национального лидера. То есть Народный фронт, он как бы расширяет политическую базу лично Владимира Владимировича Путина. В то же время я не ожидаю какой-то массовой записи именно в Народный фронт. Конечно, побегут туда, в первую очередь, все карьеристы, которых пока не приняли в «Единую Россию», которые надеются таким образом, боковым обходом, куда-то попасть на нужные позиции. Но все-таки народ у нас осмотрительный, и я подозреваю, что в ближайшее время сформируется народный тыл, который будет выжидать, а что же там будет происходить в Народном фронте.